Аньюасео. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты и спортсмены. Сегодня мы поговорим об очень сложном и интересном виде спорта – вольной борьбе. Чтобы узнать лучше этот вид спорта, давайте обратимся к истории создания этого вида борьбы. Появление борьбы как элемента воинского и прикладного искусства берет начало с древних времен. Борьба была одним из самых популярных спортивных состязаний в программе античных Олимпийских игр. Но это была классическая, или как ее принято впоследствии назвать, греко-римская борьба. Борьба же вольная появилась намного позже, и ее главным отличием от классической стал более разнообразный арсенал приемов для держания верх над соперником. Суть схватки, проходящей между двумя борцами, сходится к тому, что один из них должен уложить другого на обе лопатки, используя при этом разные приемы. В вольной борьбе разрешаются броски, захваты ногами соперника, подсечки и перевороты. На поединок отводится 5 минут. Если по их истечении победитель не выявлен, назначается дополнительные 3 минуты. Встреча длится до выявления победителя и при необходимости продлевается. Родиной вольной борьбы считается Ланкашир, Англия. Документы, найденные еще в 16 веке, подтверждают этот факт. Появилась она чуть позже греко-римской борьбы и отличалась от нее более жестокими приемами, в частности в ней были разрешены противосуставные захваты, вывертывание суставов и другие болевые приемы. Позже вольная борьба была завезена европейскими переселенцами в Северную Америку, где и получила широкое распространение. Особой любовью она пользовалась у студентов высших учебных заведений США. Именно там вольный стиль борьбы показал себя как очень жесткий и агрессивный вид спорта, в котором нет ограничений для приемов, включая болевые захваты, давление на суставы конечностей и остальные грязные нюансы, которые считались разрешенными. При проведении Олимпиады в американском Сент-Луисе в 1904 году турнир по вольной борьбе впервые вошел в программу Олимпийских игр. Лоббистами этого вида единоборств на правах хозяев Олимпиады выступали американцы. Олимпийский комитет пошел на уступки и включил такой вид борьбы в соревнования под названием «Борьба свободного стиля». Все заявленные к участию в турнир борцы, спортсмены представляли США. Европейские атлеты в основном не были знакомы с данным видом единоборств, из-за чего не принимали участие в турнире борцов вольного стиля. На протяжении последних лет, начиная с 1904 года, атлеты сборной США завоевали более сотни олимпийских наград по вольной борьбе разного достоинства. На следующих Олимпийских играх 1906 года греки отдали предпочтение греко-римской борьбе, убрав из программы вольную, так как она была для них незнакома. В период с 1904 по 1912 год количество спортсменов, заявленных в одну весовую категорию от одной страны, не ограничивалось, а с 1920 года по 1924 год в одной весовой категории
разрешалось заявлять не более 2 спортсменов из одной страны. Через некоторое время вольная борьба начала распространяться и в других странах. Огромной популярностью и безграничной любовью она стала пользоваться в СССР, Турции и Иране. Наибольшую популярность она приобрела в закавказных республиках СССР. Ей любили заниматься в Азербайджане, Грузии и Армении. Первый чемпионат в Советском Союзе по вольной борьбе прошел в далеком 1945 году. Дебют на Олимпийских играх состоялся через 7 лет в 1952 году. В течение многих лет советские, а сейчас российские атлеты являются непримиримыми соперниками с американцами в этом виде борьбы. В 1912 году создан и начал функционировать Международный союз борцов. Сегодня в него входят свыше 130 национальных федераций. В 1921 году была создана Международная федерация любительской борьбы. В 1928 году в Париже был проведен первый чемпионат Европы по вольной борьбе. И в этом же году было принято, что в весовой категории страну может представлять только один участник. В 1951 году была создана Международная федерация объединенных стилей борьбы – ФИЛА. Она начинает проводить чемпионаты мира. Женская вольная борьба была включена в программу Олимпийских игр только в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Ни для кого не секрет, что борьба – это самый тяжелый вид спорта из всех спортивных дисциплин. Во-первых, это индивидуальный вид спорта, потому что исход встречи зависит только от тебя. Во-вторых, это контактный и интенсивный вид единоборств. Вольная борьба – вид единоборств, в котором участвуют 2 спортсмена, которые не используют ударную технику, а применяют различные приемы, такие как захваты, перевороты, броски, подсечки и так далее. От других видов борьбы вольная отличается тем, что в ней разрешено активное использование ног и нет приемов с захватом противника за одежду. Самые сильные, самые ловкие и выносливые спортсмены выигрывают это противоборство. Борьба – это искусство, в котором вам нужно много думать, предугадывать действия спортсмена в той или иной ситуации. Всем огромное спасибо за внимание. Занимайтесь спортом, занимайтесь единоборствами. Будьте здоровы и до новых встреч. Аньосейо, ансамнида.